Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Трэшер. Сегодня я буду выбивать джекпот, который у нас недавно обновили. И добавили туда вот такой вот набор щелкунчика. Фига себе. Блин, на самом-то деле мне не очень-то... Ой. Лол. Я до конца не смотрел эту анимацию. Мне не очень-то нравился сам набор, но... Чё он творит? Но я понял, что мне нравится сама анимация. Окей. Ладно, давайте начнем, ребята. Приступим к тому, что будем это все крутить, выбивать. Ну а вы перед этим обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что вы знаете, что... Вы — это моя мотивация, и мне нужна ваша поддержка, чтобы продвинуть этот видеоролик в рекомендации и, скажем так, канал рос. Так что, братва, 4 комментария в описании и лайк плюс подписка приветствуются. Спасибо вам большое. Ну а мы погнали. Короче, давайте будем... ну, это не затянется особо. Это чё, сейчас так джекпот открывается, чё? Эй, подожди, почему оно ещё... Подожди. А, я впервые джекпот открываю после обнова. Это так все джекпоты обновляются сейчас? И не понять, да, что тебе выпало... Так, а сколько у меня? 27 щелкунчиков. Это на что можно обменять-то? 27. А, 40 штук? 40 штук я могу обменять. Ладно, давайте еще одного. Давай! Так. А, там фиолетовая колбочка одна была, я видел. Выпала, походу. А, нет. Жнец. Хорошо. Все, у меня 53 штуки есть, я могу обменять. Я могу забрать его, да? Так, ничего, больше такого нету. Окей, давайте забираем шелкунчика. Так, там 4 вот этих штучек. Открой и получи комплект шелкунчика. Ну, давайте открывать мы его будем. И сразу можно надеть и посмотреть, ну, в лобби, как это все выглядит. И потом пойдем дальше открывать новые джекпоты. Так. Ну, не знаю, Саш. Не знаю, что сказать. Ну, выглядит прикольно, но... Блин, это на самом деле странно выглядит. На самом-то деле очень странно выглядит. Но мне понравилась анимация. А бегать с этим скином вообще умора, блин. Что это такое? Ребят, как вам? Как вам сет? Погнали, короче, попробуем реакцию людей посмотреть. Ема вас тут много, ребят, учитывая то, что я видос утром записываю. Да, окей, как будет выглядеть вот эта эмоция с набором шелкунчика? Ай, понял, чё, никто не подойдет? Вызываю тебя на боксерский ринг, не-не-не-не-не-не. А, тиктокерши. Ну-ка. Так, прояви дружелюбность. Привет. Ты девочка. А я щелкун. Куда? Смотри, чё могу. Знаю, говорит. Смотри, что могу. Ой, щелкунчик боксирует. Ну, как? Я просто боксер. Я тоже боксерша. Побоксируй. ПЖ.
На самом деле очень интересная тема, вот этот полигон. Я впервые так тут, ну, общаюсь в этой зоне комфорта с челиком. Так. За дичь. А, нет, не впервые, второй раз. Но эмоций нету. Это не эмоция. Хорош меня вызывать. Это не эмоция. Я просто восхищался эстетикой. А, эстетика не показала. Я просто восхищался Данилом Степановной. Степан. Степанов. Ну пусть будет Степановной. Ну, типа, грубо бы. И мачо, че там общаются эти ребята? Джекпот был. Ой, видос был про джекпот. Чего он там эти пишут? Вообще на полигоне пошел снимать. Я футболку одеваю. Понятно. Что вы делаете? Мне интересно. Грубо есть телетен. Не говорите мне, что они это... Еще раз, что вы делаете? Хавайкан... Я не понимаю. Что у него за пони на голове? Я против феминизма. Не вышло, блин. Чё вы делаете, блядь, придурки вы? Дебилы. Понятно, блядь. Отвечаю, придурки. Чем они там занимаются? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, сразу эмоцию увидел, сразу бы. Да, круто. Смотри, 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 смотри. Сразу побежал за мной, бросил бы я свою. Чё тебе надо? Откуда эмоция? Ага. А чё вы сейчас? А чё? А чё вы игнорили? А чё вы игнорили? А сейчас нет. Вы видели эмоцию бы, потом не... Потом уже начали внимание обращать, да? Я вас так бить буду, блин, поняли меня? Ты трэшер, боже. Отстаньте, блин. Кстати, ребят, вы знали, что на полигоне есть вот здесь дрон? Ну, в зоне комфорта. Ну, тиктокеры, это все тиктокеры знали, но которые смотрят YouTube, не сидят в ТикТоке, подходите вот сюда, нажимаете ТикТок, ой, ТикТок, говорю, вот снимок, и фотографируете этих балбесов, которые бегут. Все, окей. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас там еще есть. Можно много чего выбить. Блин, я надеюсь, я это все смонтирую, обрежу. Уф. Так, что у нас еще в джекпоте есть? У нас в джекпоте, Так, в джекпоте, что у нас тут есть? Так, карнавальная... Ну, это была... Так, а, инкубатор новый. Ой, это что за трансформер? Что? Что это такое?
50% скидки, да ну реально? Эй, ребят, я сейчас буду это в отдельном видеоролике выбивать, все, ничего не знаю. Я пошел это в отдельном видеоролике выбивать, короче, все. Если вы посмотрели этот видос, то идите и смотрите следующий, как я буду тратить алмазики и выбивать вот этот инкубатор. Блин, тут много чего добавили на самом-то деле, что можно выбить та же. Ага. Ну, это у меня типа есть все, что находится. Так что это я не буду крутить. Ладно, ребят, погнали, короче. Погнали, короче, погнали, короче. Смотрим Будем другой видос, ставим лайк и ставить. переходим туда. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Как вам набор? Обязательно пишите в комментариях. Всем пока.